людей в России и в мире испытывают разочарование от жизни, поскольку занимаются не своим делом и, более того, идут не по своему пути. Но как же не ошибиться с выбором профессии и найти свое призвание? Каким образом реализовать свои достоинства и добиться успеха? Здравствуйте! Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак» и я его ведущая Виктория Новикова. И как вы уже догадались и поняли, сегодня мы будем говорить о том, как же правильно выбрать свою профессию. Я хочу начать с наших гостей. Это Сабина Гумерова, ученица 9 класса, точнее, уже закончила его, и Сергей Ветлужских, выпускник лицея Казанского федерального университета имени Лобачевского и наш будущий абитуриент. Ну, ребята, поделитесь вообще своим опытом. Ну, например, Сабрин, давай начнем с тебя. Вот ты закончила 9 класс. Определилась ли ты уже со своей профессией? Нет, я еще не определилась с профессией. Вот как раз сейчас выбираю, куда потом поступать после 11 класса. Ну, вообще, есть ли какие-то уже предпочтения, хобби? То есть, ну, так или иначе, уже сузила круг, я не знаю, там какие-то точные науки, гуманитарные? Ну, я пока что вот буду обучаться в гуманитарном классе. Вообще, планирую учиться за границей после 11 класса. Вот, а так еще не определилась, куда именно. Предпочтений таких особых нету. А хобби? Чем ты вообще занимаешься? Может быть, твое хобби может стать профессией? Вообще, я танцами увлекаюсь, вот. И занимаюсь профессионально. Ну, возможно, как-нибудь с этим свяжу профессию. А может быть, не знаю, может, на бизнес-администрирование пойду туда, в Канаде, может, буду учиться. Вот. То есть с языками у тебя все хорошо? Ну, сейчас усиленно учу английский язык. Вот. Ну, а что касается твоих сверстников? То есть у вас, в принципе, все еще такие немножко, ну, в спокойном таком режиме, не боятся, что, ой, у меня еще есть много времени, я успею наверстать. Ну, пока еще все, да, думают. Как бы особо так никто не переживает пока по этому поводу. Хорошо. Ну, а Сергей, а у тебя как? Как ты вообще выбрал профессию свою? То есть расскажи нам вообще, что ты сдавал, какие предметы ЕГЭ, куда ты поступаешь? Ну, начнем с того, что к биологии меня всегда тянуло, поэтому я уже с детства знал, что моя профессия будет как-то связана с этой наукой. Ну и в итоге, учась в лицее, изучая предмет, участвуя в олимпиадах, я понял, что, скорее всего, моя профессия будет ученым. Я буду ученым, посвящу свою жизнь науке, ну или, по крайней мере, очень хочу это сделать, совершать новые открытия, находить применение тем вещам, которым применение еще не нашли. Ну, в общем, все это дело. Mm-hmm. То есть, ну, а как вообще ты полюбил биологию? То есть, с чего началось? Вот в детстве ты говоришь, что уже понял, что это твое. Все началось с того, что меня, в принципе, всегда завораживало все живое, абсолютно все. Меня всегда очень интересовало, как это так получилось, что все оно сформировалось просто само по себе. Потому что люди, сколько они ни трудятся, не могут создать каких-то таких сложных механизмов, чем те, которые сформировались сами собой в процессе эволюции. Вот и решил, что буду это изучать. Это было всегда и твое хобби, или ты еще с чем-то, ну, параллельно занимаешься? Ну, действительно, я занимался параллельно еще и музыкой, закончил музыкальную школу по классу ударных инструментов, также немножко вдавался в психологию и, собственно, немножко занимался боевыми видами искусства. Ой, видами боевого искусства. Ну, такой у тебя достаточно широкий спектр, но не знаю, а не думаешь ли ты, что из тебя мог бы получиться хороший музыкант, например? Не думаю. То есть все-таки биолог? Все-таки биолог. Хорошо. Ну, расскажи нам немножко, как ты вообще сдал ЕГЭ? То есть я, насколько понимаю, ты уже все сдал, все свобода. Насколько ты оценишь свои шансы вообще на поступление, там, на бюджет? Для меня самым сложным предметом была математика. Все-таки профильный уровень на биофак нужно сдавать. Ну, с остальными предметами вышло довольно-таки неплохо. Свои баллы по русскому я уже узнал, они довольно хорошие. По биологии жду, надеюсь на очень высокие баллы. Вот, с математикой будем надеяться, что мне этого хватит. Хорошо. И вот выбор университета. Как ты вообще подошел к этому выбору? Или ты знал, что все, ты поступишь именно в Казанский федеральный университет, и не было никаких сомнений? Будучи олимпиадником, я мог повидать еще другие университеты, кроме КФУ. Но все-таки у меня стоял выбор между двумя университетами. И пока что стартовать я решил именно с Казанского федерального университета. А в дальнейшем, то есть ты тоже, ну, будешь продолжать научную деятельность, то есть это магистратура? Да. Магистратура. Аспирантура, да, возможно, даже попробую доучиться до докторской степени, но это очень далеко. То есть, в принципе, ты вот как раз-таки наоборот уже себе расписал хороший путь вперед и будешь следовать ему неуклонно, правильно? Так и есть.
Хорошо. Ну, хочу представить еще нашего эксперта Юлию Борисовну Владимирову, руководитель Центра тестирования и профориентации. Юлия Борисовна, расскажите, пожалуйста, вот, например, как Сабине быстрее определиться с ее профессией? Какие есть методы, наверное? То есть чем нужно руководствоваться при выборе своей будущей профессии? Вы знаете, многие годы во время консультации мы говорили: опирайтесь на свои желания, на свои истинные желания, внутренние, на то, что у вас лучше получается, несмотря на социальное какое-то давление, да, родительское, может быть, давление семейное. Но в последнее время точка зрения несколько изменилась. То есть все-таки работа, она должна приносить нам, помимо удовольствия, еще что-то. Да? Это способ наш жить, проживать эту жизнь хорошо, комфортно и достойно. Поэтому, конечно, между удовольствием от работы и самой работой должна быть составляющая финансовая, прежде всего, да, компенсация, причем достойная. Поэтому для того, чтобы прогнозировать какую-то свою будущую специальность, нам надо четко понимать, иначе произойдет профессиональное выгорание, такое хроническое стрессовое состояние. Поэтому очень важно понимать, какая специальность сможет обеспечить вам достойный образ жизни. Это важно на сегодняшний день, потому что в рамках этих возможностей вы будете развиваться дальше. И та же аспирантура, та же магистратура, о которой вот мы сегодня уже говорили, может быть, докторантура, да, дай бог вам и зеленый свет туда, все же она опирается на определенные сложности, да, социального характера. Поэтому надо четко понимать, что работа в будущем, да, кроме удовольствия, должна еще предоставлять некие стабильные какие-то показатели для жизни. Ну и, собственно говоря, чтобы определиться, нужно пройти ряд процедур стандартных. Существует в нашем центре тестирование, комплекс тестов, который как раз и показывает нам не только увлечение, не только навыки на сегодняшний день образовательные, да, но и особенности личности. Причем мы можем отслеживать как данные ситуативные, вот то, что происходит с человеком сейчас, да. Очень показательно это бывает как раз вот на уровне 9-11 классов, когда ребята знакомятся с новыми науками, и, к сожалению, большое значение имеют авторитеты, которые предоставляют эту информацию. То есть есть авторитетный учитель, либо наставник, либо кто-то из друзей, да, в коллективе, кто увлечен этой наукой, возможно, тебе покажется, что да, это то, что тебе нужно. Да? Но несмотря на особенности своего биологического психотипа, вы можете ошибаться. И вот уже данные более-менее стабильные, да, постоянные данные, они как раз подскажут вам, ошибаетесь вы или нет. Поэтому для того, чтобы провести полную процедуру профориентации и самоопределение после нее, да, вот, то есть мы вас профориентируем, а определяться все-таки вы будете сами. Вот, вам нужно будет пройти и тест, который даст вам результаты, ваши биометрические особенности и, конечно, психофункциональные. Но когда же все-таки стоит вот, задуматься об этом более осознанно и уже прям начать действовать? Вот в каком классе это нужно делать? Вы знаете, вообще на сегодняшний день методики предоставления вот такого типа информации, как биометрические, они работают уже с первого дня жизни. Чем раньше, тем лучше. Я всегда говорю об этом. Потому что сначала у нас идет захват коры головного мозга до 3 месяцев. Потом до 2 лет у нас в 2 года начинается апоптоз нейронов головного мозга. А потом мы всю жизнь живем с этим набором нейронов. Ну и, соответственно, того, насколько быстро мамы сориентируются, да, с детьми, насколько быстро они будут их развивать, сколько они будут в них вкладывать, и будет зависеть результат. Поэтому сначала у нас идет дошкольное образование, да, какие-то секции, кружки подготовительные, потом идет выбор профильной школы, лицея, гимназия, потом у нас идет дополнительное какое-то образование в плане наук, либо творческом направлении, спортивном прежде всего, да, двигательная активность – это тоже очень важная вещь, ну а потом уже выбор вуза. Но даже несмотря, если кто-то на сегодняшний день уже выбрал вуз, отучился в нем, либо учится сейчас и чувствует, что он где-то не готов, либо ошибся, либо, например, надо вектор изменить несколько внутри уже специальности выбранной, то это тоже возможно. Это непостоянная константа, поэтому можно менять, можно внутри уже выбранной специальности искать пути изменения направления. Ну вот простой пример, это, например, хрестоматийный пример, в моем случае, историческое образование, да, исторический факультет. То есть можно быть преподавателем, да, это совсем отдельный психотип, можно быть ученым, а можно быть археологом. И это все историки, скажем так. Игорь Борисович, поэтому... то есть получается, что с самого детства, с рождения уже предрешено, какая профессия нам как бы нужна, какая профессия именно наша, чем мы должны заниматься? Не совсем так. Наверное, с рождения у нас есть некая биофизиологическая особенность.
которая предопределяет комфортность нашего тела при исполнении наших профессиональных обязанностей. Ну, например, человек, если он интровертный, ему будет тяжело в большом офисном открытом помещении находиться. Тело будет стрессовать, и на какой-то момент оно начнет сопротивляться. Это будет опоздание, это будут неточности, ошибки в отчетах, там, ну, всевозможные ловушки, которые нам будут психика выставлять. Поэтому очень важно знать, какая тенденция максимально комфортна человеку в биологических параметрах. И уже основываясь на этом, уже можно делать какие-то выводы. Ну, плюс есть, конечно, огромное количество психометрических данных, которые мы собираем, и, конечно, ситуативных психологических, таких, о которых я говорила, с чего я начинала. То есть это интересы на сегодняшний момент, это навыки образовательные, и это особенности поведения, то есть это социальная зрелость личности. Инна Борисовна, вы еще сказали о том, что вот родители должны вовремя одуматься и как бы вести своих детей, например, да, на какие-то исследования. Но бывает же такой фактор, что как раз-таки за детей и принимают решения родители. Это у них есть такая мечта, то, что он должен выучить языки, он обязательно должен ехать за границу. Там, да, знаю, здесь мы говорим всегда о давлении семьи, родителей. Вот все же я призываю просто всех родителей к тому, чтобы позволить детям реализовываться в их индивидуальности. Страхи родительские, поскольку я тоже мама, они имеют место быть, конечно же, нам хочется ребенку как-то вот помочь, подстелить вовремя, да, подушку, где он, чтобы он не ушибся. Но, тем не менее, в любом случае мы будем максимально реализованы, максимально успешны, конечно, в области, которая нам максимально комфортна и предопределена некоторыми параметрами биологическими. Хорошо. Ну, хочу передать микрофон еще другим ребятам, то есть, которые уже, возможно, тоже определились с выбором своей профессии. Меня зовут Хашова Анна, я выпускница лицея КФУ и поступаю в КФУ в Институт психологии и образования на факультет общей психологии. Я не сразу выбрала эту профессию. Сначала было очень много всего. В детстве я хотела быть и певицей, журналисткой, ученой. Ну, в общем, это было очень много профессий. Но потом поняла, что психолог — это, возможно, единственное, куда я могла бы пойти, потому что там можно общаться с людьми и понимать их больше, и как-то помогать в их проблемах жизненных. То есть тебе хочется именно помогать, то есть людям? Да, мне хочется именно практиковать психологию. Но, тем не менее, то есть ты говоришь, что у тебя было много других хобби, правильно? Ну, скажем так, желание. Хобби-то у меня было всегда одно — это пение. Я закончила музыкальную школу по классу вокала. А как вообще родители отнесли к твоему выбору? Они тебя поддерживали, либо они хотели, чтобы ты пошла по другому пути? Ну, из меня хотели сделать медика некоторые. Некоторые говорили, что мне можно было бы пойти в институт управления, но, в принципе, на меня никто не давил, я сама определилась. То есть тоже у тебя ЕГЭ все позади. Насколько ты оцениваешь свои шансы поступить на бюджет? Ну, мне кажется, шанс у меня есть все-таки. Я достаточно неплохо сдала русский язык. Биологию, оцениваю свои результаты, думаю, что тоже не особо плохо. Ну, а математика, ну, думаю, сойдет. Хорошо. Кто еще хочет высказаться? Меня зовут Садык Вальмира, я ученица 51-й школы, закончила 10-й класс. Я, на самом деле, еще не определилась с выбором профессии, но вообще думаю с биологией связать свою жизнь. Как бы в детстве у меня вот это вот было, как бы предрасположенность какая-то. Ну а так, может, я еще и не туда поступлю. Вот. Ну, время есть, наверное, еще, да, подумать и определиться. Может быть, действительно стоит пройти какие-то еще дополнительные тесты, я не знаю. Ну, твое хобби. Вот какое у тебя сейчас хобби? Танцы. Танцы. Ну, в детстве я вообще еще мечтала стать балериной. Потом как-то решила все-таки лучше. Не буду ей. Ну, сложная жизнь. Да. Потом я занималась гимнастикой, потом вот на танцах сейчас. И, в принципе,
все. Ну, музыкальной школой занималась раньше, но я ее бросила. Но не боишься, что сейчас тратишь время немножко не на то? Есть такое. Но как-то все-таки до начала 10 класса хочу определиться. Вот. Хорошо. Желаю тебе успехов. Спасибо. Меня зовут Марьям. Я закончила 9 класс и иду в гуманитарный класс. И хочу свою жизнь связать с политикой или журналистикой. То есть у меня есть такое... у меня мышление более... гуманитарным наукам предрасположено, но помимо этого меня также, как и Альмиру, интересуют танцы, и поэтому, если получится, я очень постараюсь совместить это, так как все-таки, если связывать свою жизнь только с танцами, я не думаю, что я смогу финансово прокормить себя и свою семью, и поэтому думаю, что не буду заниматься только одним делом. Хорошо, ну вы когда-нибудь обращались, вот это из вас, к различным тестам, тестированию, определению себя? То есть насколько это совпало с тем, что действительно внутри себя чувствуете? У нас в лицее иногда проходят такие тесты. Ну, во-первых, у нас есть психологи, которые занимаются всем этим, и профориентацией в том числе. Во-вторых, нас иногда водят на всякие лекции. Были еще выставка, где разные профессии предлагались, и там тоже... был тест на профориентацию. Вообще, мы с Сергеем сами увлекаемся соционикой, где много чего можно узнать о личности, о профессии будущей. В общем-то, да, мы очень много всего такого прошли. Ну, то есть ты считаешь, что это очень хорошие методики, и они действительно могут помогать? Помочь-то могут, но все равно как-то человек, он... В большинстве случаев он сам понимает, что ему нужно, и даже если что-то не совпадает, все-таки можно, конечно, если совсем человек не знает, куда ему пойти, обратиться к тестам, они достаточно точные иногда бывают, но все-таки желание, оно превыше всего. А вообще у вас есть страх сделать ошибку, сделать неправильный выбор? Если честно, я не думаю, что я ошиблась, но я знаю, что если я ошибусь, то я смогу просто изменить. Наверстать упущенное, да, ничего там такого страшного нет. Хочу предоставить слово Михаилу Михайловичу Абрамскому. Это руководитель образовательной программы, старший преподаватель Высшей школы ИТИС Казанского федерального университета. Ну, Михаил Михайлович, вам слово. Большое спасибо за приглашение. Уже очень интересно было послушать ребят. На самом деле, я вспомнил, как в 6 классе или 5 я хотел стать композитором даже, а не музыкантом. Но мама меня отговорила, она сама у меня с музыкальным образованием сказала, ну, знаешь... Давай-ка что-нибудь еще. И так получилось, что я пришел в математику, но музыку я не забрасывал. В итоге я закончил ВМК, сейчас работаю в ИТИСе, но у меня музыка осталась хобби. Я до сих пор пою в хоре Казанского университета. Вот. И танцы тоже мое второе хобби, причем начал я недавно. Так что хобби, оно не происходит такого, что вы выбираете вуз, и ваше хобби становится неважным. Все можно сохранить, пронести через университет и продолжить. В этом нет никаких проблем. На самом деле, очень важный фактор еще в определении того, куда идти, является социальный фактор, с кем ты дружишь, с кем ты общаешься, и кто твой авторитет, и кто твои друзья. Потому что я помню, когда мы думали, куда поступать, единственным источником было общение мое с друзьями. Мы делились, рассказывали, что где узнал, что где выяснил. Сейчас, конечно, можно пришать в интернете, можно пойти на тесты, но очень важно именно тот коллектив, с кем ты пойдешь в свое будущее. Вот, он был, ну, в каком смысле, определяющим. Вот. И... На самом деле, очень было тоже интересно слушать про выбор биологического направления, потому что, на самом деле, вот я представляю Высшую школу информационных технологий и информационных систем, вот, но университет наш славен своими междисциплинарными исследованиями. Вот, например, вот мы с Маратом Фаридовичем были на защите, у нас часть доклада была про вычислительную нейробиологию. Вы вот на какое направление поступаете? Биохимия. Биохимия. Ну, все равно, то есть в этом большой плюс университет. И вот как бы... Профориентационная работа, которую они себя проводят, она также выражается в том, что у нашего университета есть большие подготовительные мероприятия перед учебой. Например, наш институт проводит малый университет, у нас есть малый ТИС, куда мы приводим школьников. Есть занятия, это и по программированию, и по железу, и по информационным технологиям в целом. Вот. Еще, конечно, хочешь сказать, что про мое направление, про IT, у нас очень... интересная специфика. Вроде бы кажется, что IT популярно, но на самом деле
Многие думают, что они, если человек хочет заниматься IT, он думает, что он будет работать за компьютером, что все, естественно, любят делать. И потом, когда сталкиваются уже с достаточно серьезными задачами по учебе, у многих наступает диссонанс. Вот. И с другой стороны, IT — это не только программирование, это еще и проектный менеджмент, тестирование, железо. Это даже организация мероприятий, это тоже IT-сфера. Вот. И поэтому очень важно именно уже сейчас, даже на этапах там, 9 класса, 10, узнавать больше про то, чем ты именно будешь заниматься на работе. Вот. Как вариант, я могу порекомендовать один маленький прием. Смотрите, можно открыть любой сайт с вакансией и найти вакансию, которая нравится по роду деятельности, по навыкам, по зарплате, и посмотреть, что для этого нужно сделать. Это очень интересный прием, и он у нас в IT-сфере очень сильно работает. Вот. Ну, много еще можно с этого дать, но я, пожалуй, пока закончим. Хорошо. Ну и, Михаил Михайлович, вот все равно говорят, что если есть человек-компьютер, то он скорее должен быть интроверт. Вот вы согласны с этим? Абсолютно не согласен, на самом деле, с этим. У нас, вы знаете, у гуманитариев есть интроверты, экстраверты. И я считаю, что это не важно. На самом деле, это никак не определяет. То есть я, как бы сказать, не очень верю в то, что специальность человека зависит от того, как он себя ведет и как он общается с людьми. Это должно быть что-то другое. Вот здесь вот уже рассказываю про профтестирование, я думаю, что там больше ответ лежит. Так что я не считаю, что IT-специальность какая-то более, как-то определяет характер человека. Рутинная деятельность есть везде, интересная деятельность, то есть креативная, тоже есть везде. Нет, тут надо идти именно от того, что нравится, а не от того, какой человек в целом. Вот. Хорошо. Марат Фаритович Насрудинов, замдиректора по образовательной деятельности Высшей школы ИТИС. А есть ли вам что-то добавить и немножко рассказать про дисциплину? Ну, я, наверное, могу только общие какие-то слова сказать. Во-первых, я не сильно доверяю тестам. Я видел, как эти тесты составляются. Они бывают разные. Все-таки идите от себя. Не бойтесь ошибаться, потому что бакалавриат — это первая ступень образования. Есть много прекрасных примеров, когда биологи становятся хорошими телеведущими, математиками. Сейчас очень, например, много курсов, которые читают биологи. Призываю опять, но это общая рекомендация, ходите на дни открытых дверей. Но это больше касается даже не 11-классников, а 9-классников. Посмотрите, всевозможные малые формы, там, малый физфак, химфак, малый КХТИ, наверное, существует какой-нибудь. Ходите туда, посмотрите, и не бойтесь ошибаться. Знаете, я добавила. Микрофончик. Вы знаете, я совершенно соглашусь вот с коллегой в том плане, что обязательно нужно смотреть, кто интерпретирует тесты. Потому что действительно сейчас в открытом доступе огромное количество тестов с абсолютно какими-то странными рекомендациями и интерпретациями. Обязательно надо опираться на то, на авторитет того, кто интерпретирует, кто автор этого исследования и на чем оно базируется. Совершенно правильное замечание. То есть, если вы видели то, что есть в свободном доступе, то это действительно опасно на самом деле. Ну и потом не надо забывать, что существует инженерная психология, да, вот про междисциплинарные связи. И если специалист на начальном своем этапе, да, вот профессиональном, начинает консультировать, то, конечно, он транслирует очень много от себя, от своей ментальности, от своего образовательного уровня, от своего биохимического состояния в данный момент. И очень важно делать контроль, да, на выходе, то есть именно по инженерным каким-то, инженерным оборудованиям, которое дает очень четкое понимание состояния головного мозга в этот момент. То есть это действительно важно. Вы знаете, я безумно благодарна за возможность вот транслировать эту информацию, поскольку действительно важно точность определения и, наверное, подскажет нам именно наше тело. То есть насколько оно сопротивляется, насколько оно готово к этой информации и как оно его воспринимает. Поэтому обращайтесь к профессионалам, обращайтесь к специалистам. И первое, на что вы должны обращать внимание, на интерпретацию тестов, кто это делает и что за этим стоит. Хорошо. Спасибо, очень важное замечание. Виктор Евгеньевич Туманин, заместитель директора по воспитательно-социальной работе Казанского федерального университета, Института международных отношений, истории и востоковедения.
Добрый день, уважаемые участники сегодняшней программы. Я бы хотел сказать, что сегодняшняя существующая в России система образования, она позволяет попробовать себя, реализовать себя в различных направлениях. Двухуровневая система образования, когда ты получаешь одно образование в бакалавриате и продолжаешь свое образование в магистратуре, это дает возможность попробовать в разных сферах. Получив образование, став бакалавром по одному направлению, вполне возможно перейти совершенно в другое. И, как правильно сегодня уже было сказано, неоднократные примеры бывают, когда человек получает одно образование, допустим, там историческое в бакалавриате, затем переходит в международные отношения, занимается лингвистикой уже в магистратуре на втором этапе, на втором уровне своего образования. И самое главное, мне кажется, вот когда определяешься с вузом, определяешься с тем направлением, на которое ты будешь поступать, важно не только думать... Конечно же, в первую очередь надо думать о том, какую специальность ты получишь. Но и специальность для тех, кто поступает в бакалавриат, мне кажется, она должна быть такой базовой, основополагающей, чтобы в дальнейшем в магистратуре можно было ее развивать и продвигать в каких-то других направлениях. Но помимо этого нужно еще смотреть и выбирать тот вуз, в который ты поступаешь. Какие условия для студентов существуют в этом вузе? Может ли студент заниматься не только учебой, не только наукой, но и проявить себя в различных других сферах, потому что на сегодняшний день важно не только то образование, важно не только тот диплом, который есть у человека, но целый набор компетенций, которые человек приобретает за годы учебы в вузе, они в дальнейшем помогут ему и самореализоваться, и найти достойную работу, ну и получить моральное, духовное удовлетворение от того, чем ты будешь заниматься в дальнейшем в течение всей остальной жизни. А в Казанском университете для этого, для студентов созданы, мне кажется, самые благоприятные условия. И человек может заниматься и спортом, и творчеством, и наукой, и очень благоприятные социальные различные условия для наших студентов существуют. Ну, не согласиться очень трудно. Как выпускница Казанского федерального университета, действительно, больше всего запоминаю за свои учебные года и именно студенческую жизнь. Насыщенность вот для танцоров особенно, для музыкантов. Просто любая студенческая весна – это просто, не знаю, большой праздник жизни. Хочу предоставить слово также Михаилу Алексеевичу Варфоломееву, доцент-кандидат наук Химического института имени Бутлерова, кафедры физической химии. Вот мы уже немножко поговорили о магистратуре, и можете нам тоже продолжить, именно рассказать немножко именно о магистратуре, например, института химии имени Бутлерова. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Очень приятно быть здесь с вами. Очень интересное мнение услышал я от наших молодых коллег, да, разные, причем кто-то уже выбрал, кто-то еще думает. И соглашусь, наверное, с тем, что говорил Виктор Евгеньевич, университет сейчас предоставляет большие возможности, очень хорошая инфраструктура. Я сам тоже, на самом деле, в университете очень давно, я еще тоже, как Никита, выбрал свою специальность там в 6-7 классе, и вот с того времени постоянно в университете, защитил диссертацию, сейчас работаю, и видел, как университет поменялся за это время. И очень сильно поменялся, и появились новые приборы, новые лаборатории, центры. И самое главное, в университете появилась вот эта вот междисциплинарность тех программ, которые реализуются сейчас. И с этого года появились так называемые стратегические академические единицы, которые в себе объединяют сразу несколько специальностей. Значит, одна из них связана с медициной, фармацевтикой, другая связана с нефтехимией, экологией, природопользованием. Третье связано с космонавтикой, астро-челлендж, и четвертое связано с образованием педагогическим. И в рамках каждой из этих стратегических академических единиц у нас появляются новые магистерские программы, причем они дают возможность ребятам получать образование не только на русском языке, но и на английском, и многие из них являются программами двойного диплома. Вот, допустим, в рамках направления, связанного с нефтехимией и химией, у нас есть уже сейчас несколько программ двойного диплома. Это с университетом Страсбурга по хемоинформатике и молекулярному моделированию, где наши ребята один год обучаются в Казани, один год, значит, в Страсбурге, тоже в хорошем университете французском, получают два диплома. И, соответственно, это расширяет возможности их дальнейшего карьерного развития. Есть новые программы, которые вот запускаются совсем в ближайшее время, в сентябре. Это программа по медицинской химии. Сейчас это очень интересное и важное направление для России, для всего мира. И у нас для этого собрана очень интересная команда преподавателей. Мы ждем ребят тоже не только из России, из других стран на эти программы. И у нас еще тоже открывается в рамках нефтяного направления программа с французским институтом нефти.
тоже магистерская программа, по которой наши ребята один год проводят у них, обучают своих специалистов. Ну и сегодня я могу сказать то, что Казанский университет очень открытый, к нам приезжают люди учиться и работать со всего мира, и мы готовы дальше двигаться, развиваться, и, конечно, мы ждем талантливых абитуриентов, и мы готовы для них предоставлять все возможности. Большая часть программы – это сейчас вариативная, и на самом деле вот то мнение, которое сейчас высказывалось, не бойтесь ошибаться. Образование сейчас построено таким образом, что, в принципе, на уровне бакалавриата очень много вариативных курсов, и ребята могут, так сказать, выбирать индивидуальные траектории в той или иной степени, да, и уже, так сказать, адаптироваться к тому, что им более интересно, а уже закончив бакалавриат, идти в магистерские направления, по которым они себя проявили, зарекомендовали, по которым показали наибольший интерес и свои способности. Спасибо. Можно я добавлю? Конечно. Просто вот как раз к тому, что говорилось, что развитие университета, как он развился. Вы знаете, сейчас в университете порядка 40 тысяч студентов и около 9 тысяч сотрудников. То есть подумайте, 50 тысяч людей, каждый из которых представляет из себя такой отдельный кейс. Ведь университет — это не просто место, где преподаватели транслируют знания студентам, а это место, где все развиваются. И преподаватели могут учиться тоже у своих студентов. Сейчас же удивительное время, на самом деле. Каждый человек сам по себе является источником каких-нибудь либо знаний, либо умений, либо компетенций. Просто пример. Вот я сказал, что я увлекаюсь танцами, у меня есть, ну, то есть наш тренер, студент вашего института, но у меня есть студенты и ее одноклассницы. То есть это очень удивительное время, когда каждый человек, независимо от возраста, может поучиться у другого человека. И вот в университете нашем собрана критическая масса. То есть за все время образования или потом работы в университете можно узнать столько интересных особенностей, научиться столько с таким удивительным навыком и умением, что ну, после этого уж точно грех не состояться. Я тоже хотел бы добавить. Действительно, сейчас очень быстро все меняется. И несмотря на то, что университет большой, он тоже очень быстро меняется. Очень много трансформаций, новых каких-то программ. И мы, так сказать, следим за тем, что происходит в мире, и смотрим в будущее. То есть многие программы сейчас готовят людей именно на будущие специальности. И это очень важно. И уже сейчас можно там подобрать себе какую-то специальность и обучаться ей. Хотел тоже добавить. Вот. Михаил говорил о программе двойных дипломов, которая на сегодняшний день является одним из основных трендов развития образования не только в России, не только в Казанском университете, но и в целом в мире. Но в основном это магистерские программы двойных дипломов. В нашем институте, в Институте международных отношений и истории востоковедения, с этого года запускается бакалаврская программа двойных дипломов, которую Казанский университет реализует совместно с университетом Регенсбурга. И студентов, которые поступят на эту программу, отучатся на этой программе, есть возможность не только в течение целого года обучаться в Германии на третьем курсе, слушать лучших немецких профессоров, общаться с немецкими студентами, со своими сокурсниками будущими, но и возможность получить второй диплом, диплом Казанского федерального университета и диплом Регенсбургского университета. И таким образом стать действительно востребованным специалистом, получить очень качественные знания, очень хорошие, востребованные в будущем навыки, ну и в целом стать человеком, который в будущем наверняка найдет себя в жизни. Вот раз коллеги все-таки хвалят свои направления, я тоже похвалю. Конечно. Высшей школе ИТИ с ближайшего учебного года будет осуществлен полный цикл образования по программной инженерии, то есть у нас и бакалавриат, и магистратура. Причем в магистратуре мы реализуем целых три подхода, то есть мы принимаем людей как с других специальностей, изначально не айтишных, это наша междисциплинарная элита. Также мы набираем людей уже с техническим образованием, это advanced, то есть дополнительный, уже более серьезный уровень образования в области программной инженерии. Также мы набираем на научное направление по программной инженерии. Все это у нас вот с этого ближайшего учебного года реализуется в высшей школе ИТИС. Как классно. Ну, мне вот очень интересен такой вопрос, насколько можно менять направление, я имею в виду, там, с гуманитарного на техническое. Или вот, я не знаю, закончил он один университет, но пришел в магистратуру по другой совсем специальности. То есть, ну, насколько это вот сложно человеку будет или нет? Вот по вашим специализациям даже взять. Ну, если брать IT-сферу, конечно, это попроще, чем, например, физфак или химфак. Потому что, и шансы поступить еще, вот, человека. Нет, стоп. Поступить шанс, на самом деле, то есть при поступлении, там, скажем, есть некоторые процедуры, некоторые там документы, которые выкладываются, по которым можно подготовиться. Шансы всегда есть. При поступлении, естественно, это не означает, что просто можно поступить с нулем знаний, но можно поступить, если ты интересуешься.
И если человек интересуется, в любом случае он, ну, как-то себя проявит при этих испытаниях. Вот. А у нас в этой сфере, я, например, скажу несколько кейсов. Есть у нас случай, когда пришел студент, закончил экономическое направление, ему был интересен проектный менеджмент в области IT-сферы. Есть случай, когда у нас пришел выпускник исторического института, а у нас в высшей школе ТИС реализуется проект, ну, совместно, опять же, с институтом востоковедения, проект игры реконструкции города Булгар 14 века. И, то есть, вот у нас на этой почве происходит междисциплинарное взаимодействие историков и разработчиков, то есть это моделлеров, программистов и так далее. Поэтому в нашей сфере это очень сильно приветствуется, потому что IT-сфера — это то, что пронизывает, на самом деле, каждую другую сферу, и мы всегда готовы к взаимодействию с другими специальностями. То есть, да, я считаю, что для IT-сферы это вполне реально, и есть конкретный пример. А с другими специализациями, например? Ну, мне кажется, что это, на самом деле, и во многих специальностях сейчас такой идет тренд, и в Казанском университете, и во всем мире. То есть вход в магистерские программы сейчас очень широкий. То есть нет такого, как раньше, что вот я должен быть физиком, чтобы поступить на магистратуру в Институт физики. Нет, сейчас магистерские программы разрабатываются таким образом, что внутри них, в рамках первого года обучения, есть тоже вариативная часть, где, допустим, химики, поступая к физикам или, наоборот, физики к химикам, получают вот те дополнительные знания, которых им может не хватить для реализации полного цикла этого образования. И мы даже стараемся так и делать, чтобы магистерские программы подходили для разных специальностей. Потому что, на самом деле, в мире не нужны чисто там человек, который знает одну химию. Сейчас все, как я говорю, уже очень меняется, становится больше цифровизации, то есть у нас очень много IT-сферы приходит во все специальности. И для того, чтобы полноценно себя чувствовать в этом мире, иметь хорошую специальность и работу, надо быть специалистом достаточно широкого профиля. И к этому и идут все наши магистерские программы. Они во многом междисциплинарные. Не нужно бегать за примером из студии. Вот у Марата Фаридовича лаборатория входит направление Михаила в области химии, нефтедобычи и, ну, нефтепереработки. То есть все равно все взаимосвязано. Хорошо, ну, наши ребята, у вас что-то в голове, может быть, изменилось? И какая информация вам показалась самой такой полезной для вас, что вы можете себе взять на заметку? Ну, лично я для себя могу отметить, что меня всегда как раз интересовали междисциплинарные направления. Ну, это и видно, потому что я иду как раз на биохимию. Конечно, это далеко не биофизика или биоинформатика, тоже довольно-таки популярные и развивающиеся направления, в которых есть очень много интересного. Вот. И я, в принципе, всегда поддерживал такие вещи, потому что междисциплинарные направления, они развивают человека не только в одну сторону, но еще и в другую, и дают человеку гораздо больше навыков в разных областях. И это только приветствуется. Хорошо. Сабин, ты как? Что-то прояснилось, может быть? Услышал какие-то советы? Раньше я не знала то, что у нас в Казани тоже есть университеты, в которых возможно обучаться сразу в двух странах, например, параллельно. Вот. И я бы... Ну, сейчас уже начинаю рассматривать и казанские тоже университеты. Ура, за время. Зачем Канада, да? Вот у себя можно. С другой стороны, многое же зависит не только от самого университета, также зависит многое от окружения, от людей, с которыми ты будешь учиться. И вот у меня лично брат учится в Канаде, поэтому как бы я наслышана многое, и... Если сравнивать его друзей, которые здесь учатся в казанских университетах, и тех людей, которые там с ним параллельно обучаются, но это совершенно разное у них восприятие всего абсолютно. Другой менталитет. Да, другой менталитет в их стране, в Канаде. Но это есть очень много плюсов и минусов обучения там и здесь. Ну, для меня очень сложно пока что определиться, куда именно мне поступать все равно. Ну, так или иначе, у тебя еще есть время, да. И у других наших гостей есть время подумать. Я надеюсь, что те советы, дельный совет, который мы услышали со многих сторон, да, то есть и все, что касается профориентации, и были представители вузов, которые, возможно, я надеюсь, вас даже заинтересовали, потому что, ну, в такой домашней атмосфере поделитесь своим личным опытом, советами. Все, что можно добавить, действительно, дерзайте, не бойтесь, идите вперед, выбирайте профессии. Ну, так или иначе, мы на работе проводим, ну, не знаю, там, треть своей жизни, наверное, или последние исследования, там, 10 лет и 3 месяца мы проводим на своей работе. Поэтому она в любом случае должна быть вам в удовольствие. Правильно?
Вот, поэтому спасибо вам большое, что вы пришли к нам, поделились своими советами, и надеюсь, что для вас она оказалась действительно полезной программой, да, и вы обязательно что-то для себя отметите и пойдете вперед в хорошем и правильном нужном направлении. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Для вас ее вела Виктория Новикова. Увидимся с вами на следующей неделе.